Добрый день! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очередной конкурсный рецепт, который прислала Ольга. Это рецепт называется так: мясо с яблоками. В данном рецепте Ольга предложила свинину, но я сегодня свинину заменила на говядину. Говядина у меня мраморная, с прожилочками, и она не будет жесткой. И это мясо очень вкусное. Сейчас мне нужно мясо отбить. Перед отбиванием я мясо разрежу. Мясо сильно тонкое, делать не нужно. Примерно вот такой толщины. Сейчас почистим яблоки и разрежем на кружочки. Лук я произвольно порезала небольшими кубиками. Сейчас мы отправляемся к плите, и дальнейший процесс я вам покажу у плиты. Так, сейчас жарим одновременно и мясо, и лук. На маленькую сковороду я отправляю лучок и обжариваю его до слегка золотистого цвета. В другую сковороду я отправляю мясо. И обжариваем сейчас с открытой крышкой, пока мясо не подрумянится с нижней стороны. Мясо подрумянилось, мы его переворачиваем. Так, сейчас я его подсаливаю. Добавляю специи специальные для говядины. Добавляю травы орегано и базилик. Сейчас на мясо я выкладываю сверху жареный лук. Сейчас я добавляю сверху яблоки. Доливаю полстакана белого вина. После того, как я добавила яблоки и вино, я закрываю крышкой и на среднем огне тушу мясо до готовности. Еще хотела дополнить, потому что будут такие вопросы. А что, если мы не употребляем алкоголь в блюдах? Не добавляйте его, пожалуйста. Просто добавьте сюда полстакана воды. Вот так, мясо приготовилось, стало мягким, и яблоки наши, посмотрите, тоже приготовились. Сейчас нам осталось немного добавить зелени. И можно блюдо подавать к столу. Это блюдо предоставила нам Ольга. Голосуйте за нее, поддержите. Рецепт очень вкусный, мясо необыкновенное. Я уже кусочек отрезала, попробовала. Так что готовьте на праздник. Каникулы очень длинные, зимние. Мясо очень вкусное, нежное получилось. С таким шикарным ароматом яблок. Спасибо всем, кто заглянул в гости. Заходите почаще, будут новые интересные рецепты еще. Не забывайте голосовать за участников конкурса. Всего доброго и до новых встреч!